Мандарины утекают рекой с хранилищ базы. Именно сюда продукция из приграничных пунктов пропуска поступает в первую очередь. Выгрузка фур начинается с 5 вечера, а с рассветом коробки уже покидают территорию уссурийской базы и разъезжаются по региону. Постоянный у нас объем от 300 до 400 тонн, он где-то должен увеличиться до тонн 500-600 в день, в декабрь месяц. Что касаемо ассортимента продукции, ассортимент заходит весь. Сейчас у нас продукция, она разрешена вся. И огурцы, и помидоры, и зелень, заходит все. Уже не первый год с декабря в пункте пропуска пограничной отмечается наплыв грузовиков. В день таможня успевает оформить 70 машин. Но ассоциация перевозчиков обратилась к контролирующим органам с просьбой последний месяц года перейти на круглосуточный режим работы. С нашей стороны, если будет потребность к увеличению, мы готовы, в том числе по режиму работы, рассматривать вопрос по увеличению. А пока на овощной базе замечают незначительное подорожание овощей и мандаринов. На стоимость продуктов влияет, в том числе и логистика. Наталья Зайцева, Игорь Антонов, Алексей Максимов, Телемикс.